Штрафы за розничную торговлю в неустановленных местах значительно возрастут. Соответствующий законопроект одобрен во втором чтении Комитетом по законности и социальной защите населения Законодательной Думы. По данным статистики, нынешние штрафы на лиц, торгующих продукцией и различными изделиями в неустановленных для этих целей местах, не действуют. Они по-прежнему продают некачественный товар, нарушают правила торговли, а также не выполняют обязательства по уплате налоговых платежей. Теперь административный штраф будет увеличен в среднем в 2,5 раза и составит для физических лиц от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 10 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц от 25 до 50 тысяч рублей.